Мы поможем делом. Народная партия «Алга». npdvk.kz. Товарищи, я призываю вас, не ходите на выборы, не наши выборы, чужие. Это только клика Назарбаевская. Я их фамилии не буду называть. Хвалят его во все лады. Ну посмотрите, как мы живем. За эти 20 лет хоть один визит, даже дом сдали? Нет. Почему? Завод стоит. А почему завод стоит? Кто-нибудь ответит за это? Люди безработные, дети без учебы, а платить надо за все. Товарищи, не ходите на выборы. Я не иду на выборы. В этом году потрачено более 4,5 миллиардов тенге. Зачем? Мы все знаем, что по Конституции выборы должны быть на следующий год. Почему Конституцию пишет для себя один человек? Почему нас не спрашивают об этом? Бірақ, я оған сұрып болмайды. Қайла өткесіндағы, ағалар екесе өте мен деп қорқындамыз. Сонда, бұның үстіне болады.